Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос, и я не мог не показать вам вот эти матчи, очень интересные. Два зонера играют, я против Дальсима. Игрок с наивысшим рангом, мастер. Очень круто играет за Дальсима, показывают его мощь. Мне даже удалось его немного выиграть, что меня обрадовало. И я могу сразу сказать, что я не пользовался Drive Reversal, что совсем неверно. Иногда даже я его импактом пробивал. Да, смотрите, видите, тут у меня он ресет. Вот такой, да. Но потом он уже, конечно, к нему привыкал. Вы не смотрите, что так все легко у меня идет. Он просто должен был понять, что я делаю. Телепортироваться на него было бесполезно. Абсолютно. Он, ну, реактит спокойно. Так что приходится выдумывать какие-то трюки, обманки. Вот видите, то есть мне даже шипы сделать опасно. И он очень сильно просит. Несмотря на то, что он зонер, он просит очень сильно и страшно. Так что Дальсим сильный перс, очень, очень сильный. Но он сложный, им надо уметь играть. Тут надо было мне драйв импактом ответить на его. Драйв импакт. Здесь он еще не реактит мои драйв импакты. Вот сам делает драйв реверсал. О, карающая. Но здесь я уже ерунду нажал. Вот видите, то есть бесполезно на него телепортироваться. Надо его как-то обманывать. То есть здесь уже я потерял инициативу. Так. Я надеюсь, что курсорчик будет там, где мы смотрели. Нет, не там. А, вот, да, вот. Давайте следующий смотреть. Вот так мы все и посмотрим. Очень даже прикольно. Заодно, если кто-то из вас любит играть за Дальсим или JP, может быть, что-то для себя интересное узнаете. Поймете, что зонингом делать или как зонить самому. О, тут я проскочил. Он все еще кушает. Видите, то есть я один раз я что-то напрыгнул удачно, и все. Надо уметь пользоваться хп-лидом. То есть вот тут, например, мне рисковать нельзя. У меня больше здоровья, чем у него, да? Но он начинает меня зажимать, и это уже чревато. Просто так вот, ну, на пустом месте драйв импакта выкидывать нельзя. Вот, вот это надо было мне ожидать. Даже когда у него мало здоровья, это еще ничего не значит. Вот, а ну это то есть тут. Все понятно, да? Его нельзя недооценивать. И вот это он уже, видите? Это он уже читает. Вот здесь, например, надо было не делать бросок этот дурацкий, а нормальная комбо, потому что он был в минусе. Он отдал приоритет. Йога Арч очень сильная штука у него. Причем она вроде как оверхедом является. Видите, то есть он очень сильно жмет в углу. Очень сильно.
Тут будут прям сильно глупые моменты, когда я уже ерунду делал, так как меня довольно утомляло с ним играть, он довольно сложный. Иногда, наоборот, возникали какие-то моменты, где я показывал игру более такую, более эффективную. О, кто это? Так, дальше смотрим. Это он реактит. Мне, кстати, не надо было отменами пользоваться. Все еще драйв импакты в пустоту. Напрыжка, кстати. Вот это. Я ее не продолжил, я даже не ожидал, что она получится. А так, ну, не стоит так делать. Надо надеяться. Вот, вот. Вот тут, видите, опять же, не продолжил, я не ожидал. Хороший импакт. Тоже получше стало, да? Можно просто щелкать их вот так. Но он опять же реактит, видите? То есть нельзя. Эта штука пробивает импакт. Бесполезно пытаться. Вот сейчас я уже начал прям ерундой страдать, это видно. Но это не лучшее, что я мог сделать. Далеко не лучшее. У ловушки нет инвольных кадров. Ну, это классика. Йога арч и подкат. Ну. Очень хороший антиэйр. У него вот здесь вот. Вот здесь надо реализовывать. Реализовал. Он еще и бросок съел. А бросок у JP, кстати, это очень хорошая такая подстраховка против... О! Вот тут я ерунду опять же сделал. У меня прошла напрыжка, но я ее не реализовал. Вот такие ошибки. Повезло, что он не ответил импактом. Когда он прыгает, надо мне к нему... рывками подходить. О, поймал. И вот это надо было ожидать. Ну это ж понятно было. Здесь я пытался контратаку дать, но она не работает. У него очень сильная вот эта прессинг с этим, с Йога Флеймом. А, сам лайк себе поставил, нормально. Так, дальше. Короче, было интересно. 500 похвалы заработал, пока с ним играл. Даже 600, по-моему. Нифига, думаю. О, реализовал. А, вот все. Но здесь надо было нормально комбо делать, а не пытаться ресетить. Он же уже видел это много раз. Какой смысл? Ой. Да, нормально поймал. Он еще на прыжку сожрал. Зря. Я теперь в углу. Отлично. Вот, видите, это прям очень удачный раунд для меня. Ну, вот здесь вот обычно, когда мы так О, поймал, но не реализовал комбо, правда. Тут реализовал, хорошо. Вот, вот тут, когда он тыкает, нельзя, когда противник тыкает, нельзя... Драйв импакт мешать, потому что это вот так вот заканчивается очень плохо.
А? Не дал ему бросок сделать. Ой, вот здесь надо было ловить нормально. Он был, ну, в минусе. Неплохо, да? О! Пропустил. Плохо то, что он может задерживаться сильно очень. Сейчас телепорт может быть в любую секунду. Вот. Он мог по-другому сделать, он сделал так. Вот как я этим попал, это вообще вопрос. И что тут произошло, я тоже не понял. Он, походу, каким-то чудесным образом не среагировал на оверхед. Так что, ребят, вы только что видели, как я одолел мастера. Это, ну, достаточно, я считаю, крутой результат. Я считаю, это очень крутой результат. Йогарч, ой-ой-ой, и при всем при этом, да, я не смог, ну, то есть он быстрее восстановился. Карающий бросок. А вот здесь получилось, смотри. Это обидно было. То я уже начинаю терять преимущество. Ой-ой-ой, нельзя. Вот зачем я это сделал? Видите, какая ерунда получилась? Я комбо не доделал. Ну, не так нажал, и все. Я бы сейчас этот раунд забрал. А комбо-то простейшее вообще. А, опасно. Так. В принципе, можно к нему подходить под порталами, под этими. Они могут меня защищать, по сути. Драйв импакт тут бесполезен. На поддержку паука. А, спасибо большое за донат. Так. Ну я, кстати, ему драйв-гейдж сжираю вот этими зонингами. О, опасно очень, видишь? О, пошло дело. Давай, do enjoy this. Раз, два, оп, оп, оп. Ресет. Все, пока. Красиво. Ну это красиво было, да, согласитесь. О, отлично, я просто вот. Вот это я, ну, фигню сделал. Но я лидирую по здоровью. Зачем-то дал опять драйв импакт. И суперку дал просто в никуда. Ой, пропускаю еще в угол попал. О-о-о! Поехали. Суперка. Хотя, наверное, не надо было. Обменялся. Все, карающий бросок. Второй раз мастера одолел. Надо лайк поставить, ну, как бы. Потому что надо. С
Смотрим. Ой, как не вовремя, да? Кулаки пролетели. И все. Ну тут я уже растерялся прям, я уж подустал к этому моменту. И еще и суперка мне не помогла. Вот что странно. Я думал, она дает инвол, но что-то не то. Очень больно дыхнул. Почему я не сделал нормально комбо? Ну, карающий... Зачем было делать карающий бросок, если можно было нормально ему прописать удар? Все, теперь потеряно. О! Так. Do enjoy this. Раз, портал. Раз, два. Оп, ресет. Он выпрыгнул. Я, походу, слишком рано дал апперкот. О, хорошо. Ой, вообще, ну сейчас бы, если бы еще и стрибок не дал просто так ему в импакт, вообще было бы прекрасно. Но я, ой, вот начинается. Вот здесь я мог его, ну ладно, здесь все равно победил, но было опасно. Хорошая была напрыжка, чуть-чуть я не успел. Начинается. А, Йогарч, по-моему, это не оверхед, кстати. Вот здесь надо мне было использовать драйв реверсал против вот этой ерунды. На поддержку пауков. Здравствуйте, Фейк Джонни. Здравствуйте. Не только по файтингам люблю. Спасибо, что смотрите мой контент. И за донат. У меня на канале есть несчетное количество разных игр, не только файтингов. Вот. В основном, конечно, популярностью пользуются файтинги. В основном. Хочу ли я делать контент не только по файтингам? И вообще разнообразно? Да, определенно хочу. А если, скажем так... Потенциал в плане популярности этого контента? А нет, совсем нет. Вот как-то так. Ну, у него хп лит очень большой. То есть тут я, в принципе... Меня только драйв гейдж защищает. О! Йога Арч. Одна ошибка и все, по сути. Ну вот и она. А там 10 секунд, он бы не дал бы мне подойти. Так, поехали, следующий повтор. О, музыка дальше вам пошла. Сразу по ноге. Вот чего нельзя делать, да. О, двойной телепорт, чтобы я его не схватил. Какое коварство, да? Йогарч. Почему-то я думал, что это оверхеды, но похоже, что это не оверхеды. Меня только вот этот три глав и спасает. Вот, а вот это меня... Тут меня уже... тут я уже не знал, что делать на самом деле. На самом деле надо было делать драйв реверсал. Это бы... ну... спасло бы. Я бы за спину ему бы дал бы дальний телепорт. Ну, это дальние два портала усиленные. И телепортился бы в один из них. Возможно, кроссапом бы.
Но это надо наигрывать. Я считаю, что, несмотря на все... О-о-о, нормально. Несмотря на все вот эти грубейшие ошибки в этом матче, и вот на такие, да, я доволен результатом. То есть мастер не раскатывает меня вообще без шансов. А с другой стороны, я даже не представляю, что бы я делал, вообще, что бы кто делал, если бы играть нужно было, можно было бы, например, если бы игра велась Зангиеву против Дальсима. Что странно, ловушка сыграла роль тут. То есть у него здоровье-то было и поменьше. Не, ну да, у него огонь сильнее. Дальше, конечно, мне было тяжелее, потому что я уже уставал. Мышь надо куда-то вот убрать. Так, 22-23. Поехали, 22-24. Хорошо, что тут можно результаты матча скрыть, чтобы было интереснее. Shall we begin? О, ну все, это тоже устал, да, видно, что устал. О, нормально. И вот это надо переставать делать. А ошибки повторяются. Сделал бы стрибок нормально. А тут вон что, вообще взял раунд, просто отдал ему. Блин, нифига себе, нормальный у него комбо вообще. Хотя, в принципе, я тоже так могу. Через этот усиленный стрибок. Ну, понятно, эту игру я вообще так. Тут я видно, что не старался, это видно было. Отдыхал скорее. Это на него не действует особо. Он знает, когда играть осторожно, а когда агрессивно. Вот здесь надо было мне подождать, когда он упадет. А уже поздно дальше продолжать прыгать на него. Опять то же самое. Я все надеюсь на импакты, но не в таком же виде. У меня, видите, уже и три главы не получаются. Два раза подряд. Ого. А, это потому что перфект. Такая анимация. Более-менее одинаково, что он меня кулаками ударил. Но у меня, видите, ошибки такие рефлекторные, как будто бы идут. Ага. Это реверсал. Вот он пользуется реверсалом, я почему-то нет. Вот здесь можно было бы реверсалом после против его подката.
Но опять же, реверсал, вот чтобы вы понимали, реверсал, он тоже наказывается. Он, да, он дает неуязвимость вроде бы, но он наказывается. Казалось бы, идеальная такая защитная техника, но она наказывается, если ее неправильно сделать. Видите, он не дает мне телепортироваться. О, схватил за пятку. Но реализовал ли я? Да, реализовал. Он что, оверхед пропустил? Нифига себе. Опять надежда на то, что он глупый, но он не глупый. Ой, еще и выгорание попал. Ну все, сейчас будет чип дэмэдж. Миллион. Это тоже было бесполезно. Это было очень бесполезно. Но это я как бы уже все понял. Понял, что закончилось. Это был Гера? О, вот опять, смотрите, да? Вот в этот раз я рискнул прям хорошо. Трибок сделал, ну не стал ерундой страдать. Вот нормально продамажил его. А, вот это я, конечно... Все, он, видите, у меня в угол тащит. Йога. Вот здесь неплохо было бы поставить ему портал. Тут он что-то хотел сделать явно. Средний стрибок после этого в блок делать опасно. О-о-о, не верю глазам. To enjoy this. Ну, добивать можно, все. Да ну. А, ну, он тут ошибся очень сильно. Он ерунду сделал, которая наказывается вблизи. Очевидно, как я это пропустил, да? Опасно, ой. Причем... С такой медленной ходьбой, как он вообще меня хватает, да? А ведь, в принципе, я мог бы ему трости по рукам надавать просто и... Вот здесь надо было рейф реверсал делать. Телепортировался на месте, видишь, то есть он хитрый. Вот здесь, вот когда кроссапы, тогда, да, есть смысл на него прыгать. А здесь он мне просто броню сломал тремя ударами. Размен.
зачем-то поставил около себя портал. Но, кстати, он защитил меня от огонька, что забавно. Вот здесь надо было прыгать. Вот здесь надо было мне прыгать в портал. И почему-то я вот все боюсь, что это оверхеды. Но это не оверхеды. Огоньки. Неудобно прожимать три глав вниз-вниз. Ну что поделать, приемов и так навалом. Пум-пу-пурум. О, опять удачный. Так, нормально, нормально. О, но здесь, видишь, не... О, ну неужели это было не очевидно для меня? Видимо, не было. Это он в плюсе был, поэтому я и нажал бросок. Я еще и выгорание попал. Вот, вот сейчас правильно телепортировался. Хотя бы из угла вышел. А вот здесь я зачем-то сделал рывок. Хотя очевидно было, что я мог его бросить. Или порвать бросок. Хотя бы. Здесь я почему-то напрыгнул не с ногой, а с рукой. Я бы мог это, ну... Порталы, да, порталы тут очень помогают. Югарч. Здесь это надо было давать не раньше. И это даже не спасает, видите? Если бы была... Если бы был суперар третьего уровня, тогда спас бы, так нет. Не долетел немного. Задумка была неплохая. Мог бы, конечно, попытаться подойти на шажок, но... Медленно двигается JP. Ну, естественно, уже зонер. Довольно сильный. Куда ему еще быстро двигаться, правильно? О, вот тут-то почему-то я не реализовал это. Все, чип дэмэдж. Так-то, в принципе, неплохо. Street Fighter посложнее других файтингов, да? Да. А почему именно за JP, а не кого-то другого? Кира, ну не знаю, приемы удобные, геймплей понятный. Комбо довольно простые, может как бы за себя постоять и издалека, и вблизи есть какие-то миксапы, какие-то хитрости. Но просто если бы, например, я играл бы там за Рю какого-нибудь или Кена, я бы вот этому Дальсиму бы, ну, вообще бы ничего не сделал, мне кажется. А так вон, я могу хотя бы три глав ему дать. Некрос, игра еще. Не забывай выкладывать видосы, Брайанка. Михаил, спасибо большое за донат, такой щедрый, спасибо. Буду стараться. На поддержку паука. Некрос, Дрекс, привет. Manhunt. Я играл на PSP в Manhunt, и, блин, это крайне жестокая игра. Крайне жестокая. Такая, ну, максимально мрачная, жестокая. А вот первую игру, которую ты назвал, я ее впервые слышу. Спасибо большое. То есть ты мне назвал вторую часть игры, да, вот этот? А я даже в первую-то не играл. Of Yoga Master. Так что вот видите, порталы, три главы, вот эти вот тарбаланы, они дают возможность гибко
играть по-всякому. В основном, конечно, это зонинг, но не только лишь зонинг. Видите, я могу вон и вблизи что-то поделать. Универсальный персонаж, практически. Да, жмут его, конечно, сильно. Вот тот же Дальси может его зажать. Некоторые особо... О, вот, видишь? Ну, тут я неправильно сделал, но... Тут очень... Очень такой удачный триглав был. Йога! Ну, тут... А вот интересно, за драйв реверсал можно схватить? Как же я не реализовал это? Два прыжка нереализованных. Мэшинг какой-то непонятный, да? Ё-моё. Оп, ловушка. И что толку, да, с неё? Не, если бы это был не Дальсим, толк бы был, определенно. Я бы телепортировался и всё. Давайте дальше смотреть. Я с ним долго играл. Ну как, относительно долго. Так. Относительно долго я с ним играл. Shall we begin? Так, ну все, begin. It has begun. Вот казалось бы, он летит. Вот, вот что я сделал? Ничего. Правильно, это ничего. Еще раз. Ну, когда он в таком плюсе, да, тут сложно что-то противопоставить. Хорошо, да? Прям нормально. Вот, вот, вот нормально пошло же, да? Драйв, драйв реверсал. Вот тут можно же раунд забрать. Ну опасно, опасно, страшноват. Ты ж понимаешь, что он мастер. О, ну тут, это тот редкий шанс, когда он прыжок не смог заантиэрить. Такое бывает. Даже мастера такие ошибки совершают. Йога Инферно. Дальсим в своем лучшем, наверное, виде. Хотя он и в пятой части был почти идеален. Ну, я понял. Я, конечно, знал, что этот раунд бесполезный, но я решил, вон, что-то сделать. Здесь можно было просто пустой сделать прыжок с броском, на самом деле. И эта фигня летит, ты понимаешь, какая... Проблема. Эта фигня продолжает лететь. Какой ужас. Юга. Опять же. Наказание броском. Пусть и бросок карающий, но... Надо было нормальный комбо сделать. Что за привычка из Mortal Kombat-то? Вот здесь надо... Ага, ну хотя бы так. Размен. По сути, когда он делает йога-арч,
На реакцию можно было бы тростью ему по ногам ударить. А здесь, кстати, я мог бы дать импакт. Мог бы. Если бы среагировал, я бы дал ему импакт. То есть технически такая возможность была. Технически такая возможность у меня была. Я просто не отреагировал. Или не пытался отреагировать. По-моему, там было очевидно. Достаточно. Второй раз уже подряд не сработало это. О, идеальный момент для триглава. А вот здесь надо было давать все-таки легкий удар ногой для кроссапа. Встретились как-то два зонера, да. Да. Кен и Рю... Не, у Кена... Ну, Кен подвижный, у Рю очень урона много, прям. Да, он выучил меня за все раунды. Я вообще не представляю, что в такой ситуации можно было бы сделать за Зангиева. О, смотри, да? Из ничего урон сделал, по сути. А что это сейчас было, что его ударило? Это же было не... О. Почти, да? Вот сейчас, ага. Ой-ой. И вот это тот самый момент, когда нельзя ошибаться во... Тут я все равно выиграл. По таймеру, видишь? Да, такие моменты тут тоже бывают. Особенно в таких матчапах жестких. Вот тут опять что я сделал? Мог нормально наказать. Тут особо никак не... О, это что? Это плюс, Йогарыч? Чё за дичь? Сам не ожидал, что я как-то втиснусь ногой после Йога Флейма. На средний надо было давать. А он-то только этого и ждет, видишь? За Йога Фая можно было бы его этим импактом наказать. Но как-то побаиваешься, зная, что он может. О, ну, блин, надо было стендинг Light Punch дать. Не реализовал только что прыжок. Даже здесь, видишь, не вышло. Но не мастера это, конечно, кушают. Ну, я сейчас останусь без драйв-гейджа. Ну, жаль. Хороший был момент. И он отходит от этих, понимаешь? Он от них специально отходит. И ему проще из угла выбираться. Вот в чем проблема. Ему из угла выбраться ничего не стоит.
Плохое начало. Хотя оба получили контратаку. Вот тут можно, да. Ага, вот он расходует. И кто в углу опять? Разумеется, я в углу опять. О, ну хоть импакт помог. Нормально, да? Нормально пошло. Я не успел. Тут эта ситуация очень плохая. Тут непонятно, что делать. Повезло, что он не среактил. Вот это обидно было. О! За бросочек можно было наказать. Идеально фрейм он прям просчитал. О, ну все. Не работает это, видите, никак. Я решил уже дальше не играть. Не работает это против этого так. Это сколько же это я... Ну, полчаса точно играл, наверное, с ним. Интересно, каким будет Акума по балансу. Вот просто интересно. О, вот это нормально было. О, вот, ждал. Ждал. Вот так бы всегда, да? Ой, вот сейчас... Отлично идет. Ну, сказал я, да, и сгладил. Ну, на самом деле. Да. Обидно сейчас. Не дал я урон. Сейчас триглав можно было сделать. Сейчас за бросок можно было наказать. Не наказал. Сейчас зачем-то рывок снял. Зачем только вопрос? Телепорт осторожно, надо вот сейчас ждать. Вот он. Хорошо тут будет, нет? Ерунда полная. Наказание пошло от него. Йога Инферно. Я бы сейчас его, наверное, даже, может быть, бы и победил. Но я сделал грубейшую ошибку, вообще дичайшую. Триглав рано дал очень. И все потеряно. Вот что делать, да? Ой-ой-ой. Интересно, я бы выпрыгнул из этого или нет? Просто интересно. Там же есть дыра, там же он долго колдует флейм. Именно хэви флейм. Если вы думаете, что за Дальсима играть легко, нет, это не так. Ну, видишь, начинаю подходить. Нет, Дальсим жесткий. И как персонаж... В умелых руках он... Опа! Реализую ли? Do enjoy this. Раз, портал. Раз, два, три. Ресет апперкотом. Низ. О, смотри. А низ он пропустил. Нормально его так продамажил, да? Вот, и вот это вот нельзя было делать. Надо было легкий дать. Вот это мне все испортило. Один стрипок просто
лишний. Вот к чему привел. А все, тут уже. Шанс был потерян. Перерывчик. Так, внезапная игра за диджея. Поехали. Let us begin. Bring the heat. Язык забыл поменять. Воу. Да, он сильно зонит. Опа. Опа. Двойной Соник у него, конечно, мощный. Зазвонил. Просто зазвонил диджеем. Так, еще один повтор с Дальсимом. Глянем. Ух, ух. Еще и бросил. О, надо же, давно он не пропускал этого. А, огонек все равно долетел. Вот тут надо было бы, конечно, прыгнуть. Портал. Плохая идея. Смотри, еще и от огня воздух искажается. Графон прикольный. На пустом месте, да? Можно сказать. А ведь если бы я дал туда импакт, я бы его, это, миссанул. Он же хэвик дал. О, о, вот нормальная напрыжка. Только зачем суперку было давать, непонятно. Еще и стрибогом отмахнулся от него. Тут бы прыжка не хватало бы. А ведь по сути, если бы я сделал нейтральный прыжок, я бы просто наказал его за реверсал. Потому что напоминаю, что реверсалы наказываются. Так, ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы. Это YouTube, Дзен и Бусти. Ссылочки в описании. Если хотите задонатить, это можно сделать по ссылке в описании. Также будет в описании плейлист. Всем хорошего настроения и всем пока.